Всем привет, дорогие друзья, коллеги, перепеловоды, а также случайные зрители. Если вас заинтересовала информация перепелов, милости просим заглянуть до нас на YouTube-канал Хитручкин двор. На данный момент я вам показываю тушечки очищенных перепелов. Все, они уже обработаны, только готовы к приготовлению, чтоб нам такого приготовить с наших перепелочек. Такого вкусненького, вкусненького. Миллионы рецептов классических, разных-разных для разных гурманов. Можно приготовить с перепелочки разнообразные блюда. Знаешь, вот эти перепелочки у нас остаются до завтра. Так как сейчас поздний вечер, ставим их в холодильничек и придумаем заночку, чтоб нам такого вкусненького приготовить. Перепелочки жирненькие, молоденькие, красавцы. Все, что угодно можно приготовить, только не суп. На суп лучше брать суповую курочку, яка у нас, вот, например, с 4 месяцев. И до 7 месяцев курочка будет наваристый вкусный бульончик, прекрасный. А с молоденьких петушков мы можем готовить вторые блюда, также барбекю, копчение и что ж у нас тут такое указано на визитке. Сыровяленое мясо перепела. Сыровяленое. Есть у меня заготовочки сыровяленого перепела. Вот такие он у нас красавец. И уже эти тушечки у нас... То есть тушечка у нас разделена на две части. И готова. Тому, чтобы мы ее уже ставили на веление. По информации, как делать сыровяленого перепела, есть на YouTube-канале Хитручкин двор в плейлистах перепела или у Хитручки на кухне. Есть видео, по-моему, в 3 или 4 блогах. Там вы можете детально ознакомиться. Ну и сейчас мясо уже у нас было предварительно замариновано в коньяке старой кахети 3 звезды. Потом же добавлены приправы. Тихо, тихо, тихо. Добавлены приправы, добавлена соль. Сейчас мы вот эти тушечки будем вылаживать на марлечку и ставить на веление. То есть у нас не полностью тушечка, а тушка разрезана вот по спинке и по грудке. Вот сколько мяса. Ох, сколько мяса в наших перепелочках. На веление я беру перепела не худого, не сухого. У нас не получается брать худых перепелов. Так как у нас порода альбинос техасский, это самая крупная из мясных пород. Хорошо на веление брать молоденьких перепелов. Старая курица, она будет, во-первых, жесткая. Я обожаю вот этот жирочек. Вот тут возле шейки полно жирка. Жир перепелов богат аминокислотами, мясо перепелиное богато витаминами, які вот при варенье, при термообработке все равно теряют, возможно, я точно не лаборант, и я не могу вам сказать, но мы с бульоном, вот это мясо, жирок же все равно с бульончиком кушаем, и мяско мы все равно кушаем, но я думаю, возможно, и полезнее кушать сыровяленый, так как вы
мясо сыровяленое или колбаску сыровяленную кушаете, приобретая в магазине. Я делаю сыровяленого перепела сама дома. И мои детки кушают его с огромным удовольствием. Но если есть заказы, конечно, можно и реализовать. По цене мясо это не дешевый продукт, так как только коньяк стоит тоже приблизительно около 200 гривен пол-литра. Ну, на вот этих вот перепелочек, чтобы они у нас замариновались, коньяки, пришло примерно до 300 грамм. До 300 грамм. Значит, сколько у меня вообще тушечек было? Раз, два, три, четыре, пять тушечек. Маловато. Маловато, но все понемножку. Вот такие тушечки вкусненькие, красивенькие. Ставим их пока так на вяление. Вот. Потом же там будем наблюдать через дня 4-5. Мяско можно так перевернуть, так перевернуть. Теперь только будем ждать, когда у нас провялится. Пройдет приблизительно пару неделек. Я вам покажу на видео. Ну а если вы не хотите ждать пару недель, я вам напомню, можете зайти в плейлист у Хитручки на кухне или перепела. Там показано даже буквально, по-моему, одно или двухминутное видео, где я разрезала тушечку именно сыровяленого мяса. Ну, визуально это все можно побачить, а на вкус попробовать вы можете только, если вы у меня его купите или вы приготовите сами. Мясо перепела несравнимо ни с чем, так как я делала сыровяленого кролика. Кролик, вкус мяса совсем другой. И делала сыровяленую курицу, то есть мини-мясных палевых. Молоденькие тоже курочки мы вырезали. Делала именно с грудинки. Ну, что хочу сказать. Перепел у нас занимает лидирующее место. Первое место по сыровяленому. Вот вкус именно. Кролик у нас занимает второе место. Ну и курице мы отдаем почетное третье место. Сейчас же эти тушечки накрываем марлечкой и ставим на вяление. Так. Вот так. Для чего я накрываю марлечкой? Ну, чтобы ничего у нас сюда не сыпалось, ну, как нейтрализовать. И все, ставим на вяление. Вы меня спросите, при какой температуре, на сколько времени, сколько соли, сколько специй. Не буду я повторяться. Есть видео на YouTube, пожалуйста, милости просим. Пока-пока. С вами была я, Хитрук Елена, и мой Хитручкин двор.